Боже, милостив, будь ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Да из числа я согрешил, Господи, помилуй меня и прости меня, грешник. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, и всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувимы, и достойную большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного Животворящего Креста и Святого Ангела Моего Хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Став после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасти от сна Ты поднял меня, Господь. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят. Свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы, помилуй нас. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого наружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратила жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою уста мои, чтобы прославлять Тебя благодарным сердцем и воспевая святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся. И припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. С
106 Псалом. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истоевала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствия их. И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованы скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они притнулись, и не было помогающего. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия их, и вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением, отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимают волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносит Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу. Землю плодородную, солончатую, за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод. И поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засевает поля, насаждает виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедно уже извлекает из бедствия и умножает род его, как стадо овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Микрофон, Сергей. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои достойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Вот сам от сна я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и Источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовы войти с Него в радость и божественный чертог славы Его. Где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения.
О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Надежда, Владимир, Ольга, Анатолий, Георгий, Екатерина, Елена, Ирина, Сергей, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохраняй силой креста Твоего церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подаем Твои земли и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, и силой Твою дары им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей и всех православных христиан. Прости им все их грехи, вольные и невольные. И даруй им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже, наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой и удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех труда. И избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей, ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, всенародным Твоим Сыном, творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш,
Возри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твоим благоразумием, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые предметы, и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим всегда и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь. Спаси, Господи, помилуй от самых духовного, родителей сродников, благодетель митрополита Илариона, епископа Евтихия Вениамина, Агафангела Диамида, Тихона Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Олимпия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священник, если угодно Тебе, Господи. Смири власти и воинства их, наведи страх Твой на них. И через них сотвори благое Церкви Твоей. И сохрани их от покушения на них. Умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. Слава Тебе, Господи! За тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в сей день сохрани от всякого рода зла и греха. И дела наши да будут благословенны по воле Твоей святой. И сохрани нас от непосильных искушений, расположи к нам людей, с кем мы будем общаться, дабы возвестить слово истины Твоей. И сохрани нас, Господи, и помилуй, и селение наше, и жилище от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Серафима, обрати Владимира, дай ему веру Твою святую. Благослови Людмилу, Любовь, Владимира, Иосифа, Алексея. И прищи добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, щадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. И всех побуди на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Езра, Рустика. И дай добрую веру, святую и чистую Самире, Тимуру. Благослови Сергея, Александра, и с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. И возри на все, что творят враги наши, сколько пакости и лжи. Обрати их на путь покаяния. Открой им двери милости Твоей. В судный день не помяни их безумие. И Ты уже смиряешь и облегчаешь жизнь. Слава Тебе! Благослови благодетелей наших. Воздай им добром Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Светлану, Эдуарда. Хвала Тебе, наш Господь. Отступников найди Николая, Михаила, Александра, Юлию. Благослови Максима, путешествующих, Раису, Льва, Виктора.
Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра потерянного, найди его, Игоря. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину и на каноны Церкви. Воздай вечности добром всем, кто трудился над моей душой, обращением и возрастанием. Марию, Стефана, Александра, Михаила, Анну. И даруй здравие болящим, дай силу перенести страдания, исцели мой глаз. Кирилла, Илариона, Алексея, Игоря, Надежду, Людмилу, Татьяну, Алевтину, Людмилу, Александру, Анну. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. По Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе! И сохрани наши сокровища в интернете, и книги здесь и в пути, и трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Вячеслава. Вячеслава. И обрати Тимофея, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай добром всем, Господи, кто помогал нам в нашем миссионерском путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежду, Людмилу. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу ему по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ангел Христов, будь милостив, Господи, к нам, да не отойдет он от нас и в сей день. Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и видеть нуждающихся и спешить на помощь к ним. Слава Тебе! Прости меня, Господи, и сохрани. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя!
Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, и святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, аллилуйя. Молите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру. И устраши родителей за такое воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков да разрушит Господь и развеет. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Надежды Светланы, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Просим Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Создатель, изиждитель творения Твоего! Услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву, исполни о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия, не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение. Еже не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Боже, очисти меня грешного. Боже, очисти меня грешного. И прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни нашей. Ибо Ты благо человеколюбец. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю за все Твои милости и щедроты долготерпения. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия, не дожми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение, люби, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать брата моего. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Доброе утро всем. Аминь, доброе утро. Аминь, аминь, доброе утро. Доброе утро, аминь, спаси Христос.